Ставьте лайки, пишите комментарии. Ай, хорош, хорош! Хорош! Ай, жених! Ай, жених! Как злой! Ай, молодц! Ой, жених! Я ему когда свои танцы показывал, он... Ой, жених! Блять! Вы были на стриме, когда злой показывал мне свои танцы? Я, сука, бы все отдал бы, чтобы стереть память и еще раз посмотреть этот крамп или тектоник, что это было, ну или эпилепсия, там хуй пойми. Муж. Муж купил. Топи. Топи. Запиль мешами. Топирарина. Окей, let's go. Окей, go, go. Воу, 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 воу. Ебать, я бит-трекер! Или... У тебя какой-то китайский бит. Извиниться за китайский бит. Извини за китайский бит. Уа! Блять, ну что те эти пельменные ебаные? То на каждом шагу, то нет ни одной, блять. Все, отлично поешь. Спасибо. 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 Достаточно. Хорошо поешь, но долго. Всегда боялся шлагбаум. Блин. Фу. Я так испугался. Не бийся. Не расстраивайся. Бобо. Блять, еще люди, прикинь. А ну иди спроси табао. Да, 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 с яичком и креветкой. Да. Сейчас она разрулит всю хуйню. Она умеет договариваться, даже когда закрыто. Она договорится, чтоб открыли, блять. Фу, вот это я заебал. Так, сейчас. О. Бля, у меня шапка передавила, блядь. Ой, девочки, передавила шапка мне. Блядь. Ирина, ёб твою мать! Не, надо другой стороной, стоп. А, да. Вот так. Так, ну что, у нас есть 2 минуты, рассказывайте. Что делали сегодня? Плакал, а что плакал? Дрочил, поехал на речку. Блять, на речке классно. Слышите, у вас есть где-то дома рядом какой-нибудь, ну, рядом с вами какой-нибудь водоем, не знаю, озерцо, водохранилище, где можно скупаться ходить?
Вы купаетесь, ходите или нету такого? Болото нету. У нас раньше был охуенный такой ставок. Ну, это ставки называлось в Донецке. Ну, своего рода водоемчик небольшой. Потом все, забросили нахуй, никто не чистил, заросло камышами, блядь. А мы купались, все детство там купались. Сука, там столько утонуло людей, просто пиздец. И нас это останавливало, никогда не останавливало. Видел косичку у брата? Это сестра. Это брат. Да? А, да. Я вам сейчас расскажу историю, нахуй ненужную, короткую. Короче, утонула девочка. Нам было лет, наверное, по 12. И вызвали водолазов. И они, короче, ныряют и говорят: а какая из них ваша? Ну, они охуели. Там прям говорит, ну, тип вылазит, он аж говорит, блядь, со слезами, прикиньте. Они аж вот так вот, говорит, стоят на дне. Ну, типа, это пиздец. Говорит, такой вид. И тогда достали, я не знаю, сколько человек, блядь. Фу, сука, аж жутко. Какая самая страшная смерть, вот которой бы ты не хотела умереть никогда? Сгореть. Сгореть? Заживо да. Сгореть? Да. Ну это ж быстро. Ну, смотря это в каком огне. Это очень больно. Самая болезненная смерть. Нет. Да. Самая болезненная и мучительная, доказана учеными, это распятие. Это тебя подвешивают, и выбравшийся адреналин в кровь, выбросившийся, тебе не дает отъехать. Окей. Но ты висишь на связках, блядь. Ну это доисторическое. Это пиздец что-то. Вообще. Но если я говорю о чем-то нынешнем, то а о бамбуке слышала? Китайская древняя. Не бамбук слышала, же, бамбук же растет. Вы слышали, да, эту хуйню? Бамбук же растет 30 сантиметров в сутки. И подвешивали людей. И у бамбука нет преград, прикиньте. Он растет с такой силой, что он пробивает бетонные стены. Ему похуй. И он сквозь человека прорастал за ночь. Это, ребята, пизда. А как раньше пытали женщин в Китае? Как? Типа под ногти. Ребят, мы сейчас перечисляем исторические факты. Просто интересное, да, это исторические факты. Поэтому ничего общего с реальной жизнью и насилием это не имеет. Это просто, ну вот, факты, которые мы вычитали. Что под ногти? Тоже бамбук пихали. И еще между пальцев, а для женщин это самое важное было, пихали и ломали каждую косточку в пальцах. Зачем? Просто так пытали женщин. А чем отличается пытка, блядь, женщин от мужчин? У мужчин не так больно ломать каждую косточку в пальце, блядь, или что? Не знаю, для них руки это было важно. А для мужчин не важно, нахуй. Давай почитаем. Еще изощренная казнь. Слышали про крысу, да, и нагретое ведро? Слышали или нет? Да, нет. Нет, не слышали? Короче, вот живот твой, да, ложится крыса, живая прям, и сверху закрывается ведром, обычным ведром. И это ведро начинают раскалять, ну, просто начинают греть огнем. Крыса в поисках того, чтобы уйти оттуда, выйдет сквозь тебя, прикиньте. Ребят, она полностью проест нахуй человека и вылезет с любого места. Это пизда. Это ужаснейшая хуйня. Это просто пиздец. Но прям я читал, Булка, это факт научно доказанный прям. Это самая изощренная и самая страшная смерть. Распятие. Тебе не дает умереть адреналин, который постоянно выбрасывается. Он тебе не дает отъехать. Но ты висишь на сухожилиях, прикинь. Сука, на сухожилиях. Это не то, что... Это какая боль, блядь. Я даже не могу. Я помню, я порвал ахилл. Я, сука, я думал, я кончу от боли. А ты прикинь, висеть постоянно. Это вообще пиздец.
Это больно. Да. Наверное, блядь. Нормально. Нормально. Это больно. Там нормально. Хули. И так сойдет.